Ах, если бы знали, какое это счастье, какая радость, когда снимешься в картине. Год жизни отдан картине. Картина выходит на экраны и имеет успех. Это бывает нечасто. Ой, как нечасто. А потом она идет по телевидению. Вечером смотрит картину, а утром идешь по городу, говорят, здрасте. Здрасте, отвечаешь. Кто такой? Не знаю. Родные люди. А картина идет по миру, и читаешь в газетах, она имеет успех. Но когда читаешь в газетах об успехе, это одно. А когда успех, вот он, вот он, вот он, ощутим, рядом, его можно потрогать. Фильм «Вокзал для двоих» успешно прошел во всем мире. Но в Китае его посмотрели 950 миллионов зрителей. Каждый второй китаец видел картину Рязанова. И знаете, когда я первый раз проезжала по Пекину, на меня летели мириады людей на велосипедах. Я думаю, как их много, как они все похожи. Я думаю, может быть, мы тоже для них всех на одно лицо. И кто меня здесь знает? Думаю, тихо проведу неделю в Китае. Но как только вошли в ресторан, чувствую знакомое шевеление за столиками. А вон и официанты собрались, шушукаются, на меня смотрят. Узнали, узнали, признали официантку Веру. Значит, точно сыграла профессию. Ах, если бы знали, как они меня кормили, чем только они меня не кормили. И собачатиной, я не знаю, там, и лягушатиной. Ха! Вот это был настоящий успех. Я была счастлива. Успех, ну, особенно, конечно, у официантов. Песня из фильма «Вокзал для двоих». Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в строю. Не бойтесь бросить все на карту и жизнь переломить свою. Какими были мы на старте, теперь не то, исчезла прыть. Играйте на рисковой карте, пытайтесь, пытайтесь, пытайтесь жизнь переломить. Пусть в голове мелькает бросить, поздно выбрать новый путь. Не бойтесь все на карту бросить и прожитое зачерпнуть. И снова выйдя в непогоду, смотрите дух, прижмурьте плоть. Не бойтесь называть колоду. Пытайтесь, пытайтесь, пытайтесь жизнь перевороть. Зачем тащить? Ведь не уехать дальше смерти. Стремись